Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 171 упражнение. Нужно выписать слова, обозначающие чрезмерную степень признака и умеренную степень признака, выделить морфемы, обозначающие степень проявления признака. Группа А. Раз прекрасный, приставка раз. Раз веселый, приставка раз. Наилучший, приставка наи. Наивысший, приставка наи, наименьший, приставка наи, предобрый, приставка пре, премилый, приставка пре, преотличный, приставка пре, пренеприятный, приставка пре. Вторая группа. Слабоватый, суффикс оват, грубоватый, суффикс оват, сероватый, суффикс оват, хрипловатый, суффикс оват. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.